Привет всем! Представляем вашему вниманию ручной топливный насос. Заказать товар вы можете по ссылке в описании. Ручной топливный насос – это устройство, которое используется для перекачки топлива из одного резервуара в другой. Он может использоваться для перекачки бензина, дизельного топлива, масла и других жидкостей. Этот ручной топливный насос изготовлен из высококачественного материала, который обеспечивает долговечность и надежность и простоту использования. Топливный насос имеет прочную ручку, которая обеспечивает удобство при перекачке жидкости. Он также оснащен съемным шлангом и двумя переходниками для соединения с различными типами резервуаров. Привет всем! Представляем вашему вниманию портативный автомобильный пылесос. Заказать товар вы можете по ссылке в описании. Портативный автомобильный пылесос – удобное и компактное решение для очистки вашего автомобиля от пыли, мусора и других мелких частиц. Этот пылесос имеет мощный мотор, который обеспечивает высокую скорость вращения воздуха, что позволяет собирать мусор быстро и эффективно. В комплекте поставляются различные насадки, которые помогают достичь труднодоступных мест, таких как щели между сиденьями или промежутки между панелью и стеклом. Этот портативный пылесос работает до 50 минут от одного заряда батареи, что позволяет использовать его в любое время, когда вам нужна быстрая очистка. Привет всем! Представляем вашему вниманию индикатор передачи мотоцикла. Заказать товар вы можете по ссылке в описании. Этот индикатор имеет высокую точность и быстродействие, что позволяет мотоциклистам быстро получать актуальную информацию о своей скорости. Индикатор передачи мотоцикла легко устанавливается на приборную панель мотоцикла и имеет яркую светодиодную подсветку, что обеспечивает отличную видимость даже в ярком солнечном свете или в условиях низкой освещенности. Индикатор также имеет различные настройки яркости и цвета, что позволяет настроить его под индивидуальные предпочтения пользователя. Этот индикатор совместим со многими типами мотоциклов и отличается простотой в использовании и надежностью. Привет всем! Представляем вашему вниманию автомобильный Bluetooth-адаптер. Заказать товар вы можете по ссылке в описании. Автомобильный Bluetooth-адаптер – это устройство, которое позволяет устанавливать беспроводное соединение между смартфоном и автомобильной аудиосистемой. Он подключается к прикуривателю автомобиля и синхронизируется с мобильным устройством через Bluetooth. После этого адаптер может передавать музыку, звонки и другие звуковые сигналы на аудиосистему автомобиля. Данный адаптер имеет универсальный дизайн и может быть установлен в любой автомобиль. Он также поддерживает различные форматы аудиофайлов и имеет встроенный микрофон для удобных телефонных разговоров во время движения. Адаптер имеет компактный размер, что обеспечивает удобную установку. Привет всем! Представляем вашему вниманию автомобильный монитор для парковки. Заказать товар вы можете по ссылке в описании или отсканировав QR-код в виде. Автомобильный монитор для парковки – это компактный и удобный дисплей, который помогает водителям контролировать процесс парковки. Он имеет диагональ 4,3 дюйма и разрешение 480 на 272 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое отображение. Кроме того, монитор легко монтируется на панели приборов автомобиля с помощью специального крепления. Он также имеет функцию автоматического включения при активации заднего хода, что делает процесс парковки более безопасным и удобным. В комплекте идет камера с подсветкой и влагозащитой, которая обеспечивает отличный обзор для парковки задним ходом. Привет всем! Представляем вашему вниманию автомобильный держатель для очков. Заказать товар вы можете по ссылке в описании. Автомобильный держатель для очков – это удобный аксессуар для тех, кто часто использует очки во время вождения. Он легко устанавливается, а удобная конструкция быстро доставать очки и удобно класть их обратно. Если вы хотите удобно и безопасно хранить свои очки во время вождения, то этот автомобильный держатель для очков – отличный выбор. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех новинок на AliExpress. Привет всем! Представляем вашему вниманию щетку для очистки автомобильного кондиционера. Заказать товар вы можете по ссылке в описании.
Щетка для очистки автомобильного кондиционера – это удобный инструмент, который помогает очистить внутреннюю часть кондиционера автомобиля от пыли, грязи и других загрязнений. Изготовленная из качественных материалов, эта щетка эффективно удаляет пыль и мусор из труднодоступных мест, где накапливаются микробы и бактерии. Щетка имеет гибкий стержень, что позволяет достигнуть труднодоступных мест, например, воздуховодов и других узких отверстий, которые трудно достать другими способами. Уникальный дизайн позволяет легко управлять ею и точечно очищать нужное место. Привет всем! Представляем вашему вниманию мужское зимнее термобелье. Заказать товар вы можете по ссылке в описании. Мужское зимнее термобелье – это отличный выбор для тех, кто хочет чувствовать себя комфортно и уютно в холодную погоду. Изготовленное из полиэстера, оно обеспечивает теплоизоляцию и защиту от ветра. Материал позволяет телу дышать, не создавая ощущения дискомфорта. Это термобелье обеспечивает свободу и не сковывает движение. Дизайн изделия простой и стильный, что позволяет его использовать не только для занятий спортом, но и в повседневной жизни. Привет всем! Представляем вашему вниманию автомобильный MP3 плеер. Заказать товар вы можете по ссылке в описании. Автомобильный MP3 плеер – это устройство, предназначенное для воспроизведения аудиофайлов в автомобиле. Этот плеер является небольшим и компактным, поэтому его легко можно установить на приборную панель автомобиля или на воздуховод. Он поддерживает форматы MP3 и WMA, что позволяет слушать музыку из различных источников, включая USB-флешки и SD-карты. Встроенный Bluetooth дает возможность подключения смартфона и беспроводного воспроизведения музыки, а также для использования плеера для ответа на звонки. Привет всем! Представляем вашему вниманию сигнальная боковая лампа. Заказать товар вы можете по ссылке в описании. Сигнальная боковая лампа – это светодиодный светильник, предназначенный для установки на боковых панелях автомобилей. Она используется для обеспечения дополнительной безопасности водителя и пассажиров, а также для обозначения габаритных размеров автомобиля в темное время суток. Данная модель сигнальной боковой лампы выполнена в универсальном дизайне и может быть установлена на большинство автомобилей. Она оснащена яркими светодиодами, которые обеспечивают высокую видимость и надежность в работе.